знаю, что ты там, мышонок. Ответь. Кто это? У меня есть вопрос получше. Кто ты? Что? Шучу, мышонок, я шучу. Я знаю, кто ты. И знаю, что ты ищешь, ясно? Думаю, для начала этого хватит. Послушай, я хочу тебе кое-что показать. Кое-что очень важное. Но нам нужно встретиться лично. На словах не объяснишь. Это надо видеть. Я не знаю, кто ты, и я не полезу вслепую в очередную ловушку. Вслепую? Ну что ты? Наоборот. Я хочу, чтобы ты все увидел. Встречаемся в командном центре радара Дуга. Ты ведь знаешь, где это, верно? Радар Дуга? Да кто ты, блин, такой? Безумие какое-то. Слышал твой разговор. Что собираешься делать? Вероятно, встречусь с таинственным незнакомцем. Главная тайна этого незнакомца в том, почему он до сих пор не привязан к койке и не накачан галоперидолом. Думаю, он может что-то знать. Мне стоит рискнуть. Конечно, он может что-то знать. А может, просто ждет, когда можно будет проломить тебе череп и съесть твою печенку на ужин. Не думаю, что это хорошая затея. Слишком похоже на ловушку. Я приехал сюда ради Татьяны. И сейчас не время осторожничать. Нужно попытаться. Ради нее. Слушай, тебе бы немного поумерить пыл да голову включить. А то долго ты не протянешь. Что бы я ни думал о таракане, без него я вряд ли смогу отыскать Татьяну. Ты уверен? Ты просто мчишься навстречу смерти. А этот, чокнутый, уже знает, где мы. Может, он сам или его шизанутые друзья прямо сейчас нас окружают. Здесь отличная точка для обороны. Мы сможем засесть тут и отстреливаться, если придется. Ценю твое стратегическое мышление, Оливер. Но я должен это сделать. Дуга. Гигантская, пугающая стальная махина. Отголосок холодной войны. Памятник безумным амбициям тех времен. Но при чем здесь ты или я? Столько лет прошло, но кто-то обязательно помнит, Игорь. Кто-то должен знать. Черт! Что? Плохо дело? Да. Как это случилось? Человек. Подожди.
Должен быть способ как-то освободить тебя. Можешь его поискать. Только не оставляй меня в подвешенном состоянии. Я уже с жизнью попрощаться успел. Спасибо. Ты только будь осторожней теперь. Ладно? Буду. Слушай, я тебя запомню. Как знать, может, однажды сочтемся. Ну ты подумай. Ты только будь... Начатое, урод! Что тут произошло? Глаза разуй, гений! На нас напало сраное исчадие ада! Держи! Это поставит тебя на ноги. Спасибо! Я этого не забуду! Thank you.
Ненавижу на улице торчать. Холодно, мокро, и комары за яйца кусают. До самой смерти, Игорь? До самой смерти, милая моя. А что, если этого недостаточно? Что, если нам что-то помешает, если нам не хватит времени? Ничто нам не помешает, Аня. Ни время, ни пространство. Откуда ты знаешь? Это моя забота. Thank you.
Привет, уважаемый коллега. Я кое-кого ищу. Такой высокий, сгорбленный мужчина с длинными темными волосами. Может, ты его видел? Умы как-то не довелось. А что такое? Я ищу своего брата, Афанасия. Он недавно исчез без следа. Я уже все тут обыскал. Я хочу попросить тебя об одолжении. Что ты задумал, незнакомец? Я нашел старый сейф, который не могу открыть. Кажется, ты разбираешься в замках. Так что я подумал... Извини, мне нужно заниматься поисками брата. Я не могу отвлекаться. Давай посмотрим, что у тебя есть. А у тебя что-нибудь, поинтереснее? А я уж думал, ты не спросишь. Счастливого пути, друг мой. Да, и возьми вот это. Как знать, может пригодиться. Привет, уважаемый коллега. А у тебя что-нибудь, поинтереснее? А я уж думал, ты не спросишь. Счастливого пути, друг мой. Thank you.
Чё ты тут шатаешься? Спокойно, я просто ищу запчасти. Что? Говори громче! Я просто ищу запчасти. Да не ори ты! Здесь опасно. Почему опасно? Что за вопрос? Из-за НКВД, конечно. НКВД? Тайная советская полиция? Эти уроды тут шастают, вынюхивают что-то. Раскулачили мою невестку, а у нее всего-то две коровы было. Две сраных коровы, мать твою. НКВД больше нет. О них можно не беспокоиться. Да-да, ежел тот еще говнюк. Никому от его прихвостней покоя нет. Даже героям войны, вроде меня. Боже. Что? Говори громче, парень. У меня ж со слухом плохо. Контузия. Фриц гранату в бункер закинул. У тебя есть что-нибудь на обмен? Может, запчасти какие? А что ты раньше не спросил? Конечно, есть. Могу тебе немного хлама на патроны поменять. Мне нужно быть готовым, если НКВД вдруг вернется. Тебе удалось найти что-нибудь ценное? Взгляни, сынок. Я хочу обменять патроны на металлолом. До встречи. Что ты делаешь ненормальное? Детей распугаешь? Я? Ну уж нет. Давай, Игорь, залезай. Попробуй меня столкнуть. Лучший ученый Семенова валяет дурака на детской площадке. Если кто узнает... Да кто расскажет? Я не расскажу. Давай, Игорь, не будь занудой. Уважаемые товарищи, сообщаем, что в связи с аварией, городской совет народных депутатов
конечно. Ее лучше всего с Брэнди. Это же та самая музыкальная шкатулка, которую я подарил Тане на день рождения. А это что? Здесь что-то есть внутри. Жучок, что ли? Значит, за Татьяной следила КГБ. Зачем? Что им было нужно от нее? Зачем ты здесь? Узнаешь? Ты хотел поговорить? Давай поговорим. Да не со мной. Старикан хотел, чтобы ты сначала эту штуку нашел. Твое время уходит. Откуда она у тебя? Не здесь. Встретимся в соседнем здании через пару минут. Все интереснее и интереснее. Чё так долго? Что, зацепила тебя балеринка? Старикан сказал, что так и будет. Он хочет тебя проверить, прежде чем решить, нравишься ты ему или нет. У этого психа что ни минута, то новая проверка. Ну, хоть платит нормально. Может, объяснишь мне, что здесь происходит? Этот чокнутый сказал, что ты узнаешь этот громадный радар. А еще, что все это имеет для тебя значение. Потом он еще что-то мямлил про крысиного короля, про конец света. Но не думая, что всерьез. Я пришел сюда поговорить со стариком, а не с его мальчиком на побегушках. Так что я ухожу. Что ты сейчас сказал? Повезло тебе, короче. Будь моя воля, я б тебя урыл прямо тут. Только мне тогда не заплатят. А теперь завали и слушай внимательно, что старшие говорят. Придется тебе сделать выбор. Все просто. Можешь использовать детонатор и взорвать эту железную хрень ко всем чертям. Или использовать другую штуку и прокачать свой КПК. Это улучшит все сканеры в сети. С чего бы мне выбирать? А я не знаю и знать не хочу. Я делаю свою гребаную работу, а ты делай свое. То есть ты хочешь, чтобы я или дугу взорвал? Или забрал вот эту улучшенную штуку? Я ничего не хочу. Я ж сказал, повторю, тебе вдруг ты не услышал. Это он хочет. Лично мне вообще на тебя насрать. Я свое дело сделал.
совет тебе дам. Этот мужик, конечно, рехнулся давно, но за всем, что он делает, всегда есть смысл. Так что ты сам себя спроси, чего бы он хотел, чтобы ты сделал такой выбор, а? Как дела, Данте? Как ты меня назвал? Да я книжку вспомнил. «Божественная комедия» называется. И у меня внезапно щелкнуло, что ты очень похож на ее главного героя Данте. Да? Ну, он за любимой в ад отправился и все такое. Оливер, я впечатлен. Не знал, что ты так начитан. Я изучал классическую литературу в Королевском военном колледже Канады. А мой отец очень любил Шекспира. Пощады нет, и спустит псов войны. Да уж, сейчас такое никто не читает. Я знал, что ты не просто наемник, Оливер. Да, у меня есть масса сюрпризов, как и у тебя.